15 августа 1990 года на 35-м километре трассы Слока-Талка на большой скорости новенький темно-синий «Москвич» врезался в движущийся навстречу «Икарус». Смерть человека в легковушке наступила мгновенно. От самой машины уцелела только крышка багажника и компакт-кассета с записью. Это была запись нового альбома человека, на которого молилась вся молодежь 90-х. Этого человека звали Виктор Цой. Он ушел туда, где спетые песни страшно сбываются, где произнесенное слово дает право прожить его и не избежать своей участи. И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим, никому умирать молодым. А я, кстати, думаю иногда, что было бы, если бы Цой остался жив, если бы не было этой роковой автокатастрофы. Цой, он был больше, чем рокером. То есть Цой у нас был единственной фигурой в тогдашней русской рок-музыке, которая апеллировала практически ко всей молодежи. Цой родился в 1962 году в Ленинграде. Его детство было обыкновенным и практически ничем не отличалось от детства миллионов советских мальчишек. Кроме одного, он был неусидчивым, но одаренным мальчишкой. По воспоминаниям мамы, он читал много книг, хорошо рисовал. В пятом классе ему купили гитару, и через 3 года он организовал школьную группу. Детство и юность Цоя пришлись на середину и конец 70-х годов. Это были времена брежневского застоя, относительной сытости и повального алкоголизма. В 80-м, когда Виктору исполнилось 18 лет, он увлекся рок-н-роллом. Поначалу возникла никому неизвестная группа «Гарин и гиперболоиды». Легендарное кино появилось позже. Группа была на удивление хорошая, и песни были очень яркие. То есть если у большинства питерских панков это было что-то такое абсолютно хаотичное, такое рёв с блёвом пополам, вот, то тут, в общем-то, были такие вполне четкие лирические панк-песни, я бы сказал. Кино не сразу стало популярным. Более 3 лет оно шло к своему триумфу. В эти годы Цой пережил многое. Хроническое безденежье, быстротечная смена квартиры, работ. Где только не работал Виктор. И спасателем на пляже, и уборщиком в общественной бане, и как резчик по дереву вырезал скульптуры для детских площадок. Но самым любимым его местом работы стала котельная, впоследствии названная в песне «Камчаткой», где он трудился кочегаром. В те же годы он женился. Его женой стала девушка старше его на 4 года, Марианна. Они познакомились 5 марта 1982 года в питерской коммуналке на дне рождения их общего друга. Все приглашенные тогда напились и творили что-то невообразимое. В этой кутерьме, повинуясь порыву, Марьяна написала губной помадой на зеркале Цою свой домашний телефон. 2 вечера они присматривались друг к другу, а потом решили жить вместе. Личная жизнь Виктора складывалась тяжело. Из-за бытовой неустроенности молодые ютились у друзей или снимали комнаты. Денег иногда не было совсем. Цой тогда был нищим музыкантом, но практичная Марьяна сразу поверила в талант Виктора и поняла, что на нем можно заработать. Марьяна своеобразный был очень человек. Я думаю, что это их брак, это брак по молодости. Но я знаю, что Марьяна всячески препятствовала разводу с ней, и поэтому осталась законной женой, законной наследницей и матерью единственного сына. Ее крылатая фраза «Кино – это я» соответствовала действительности. Ей удавалось построить всех музыкантов группы. Часто ее даже называли «кожаная М. Цой». Когда внезапно у Виктора появилась другая девушка, Наташа, Марьяна сильно изменилась. Она тяжело переживала разлуку и в первую очередь потому, что было задето ее женское самолюбие. Цой очень любил Наташу. И за те 3 года, что они провели вместе, они были неразлучны. Наташа – это великая женщина. Она получила хорошее образование. Она долгое время жила во Франции, знает в совершенстве французский язык. Она многое дала Виктору Цою. Она интеллигентнейшая женщина. И я думаю, что вот они прожили, правда, недолгую совместную жизнь,
но очень интересную. Большую часть жизни Виктор чувствовал себя одиноким, но с этой девушкой он нашел себя. С Наташей Разлоговой Виктор прожил 3 года, но так и не успел официально оформить отношения. Во время похорон Марьяна и Наташа стояли рядом. Только в этот момент они не чувствовали неприязни друг к другу. Цой дружил с Курехиным и Борисом Гребенщиковым, а в Москве с группой «Звук ему». И очень часто, приезжая в столицу, ездил на дачу, что на Николиной горе, к бас-гитаристу «Звуков» Александру Лепницкому, где собирались многие рок-музыканты. Именно здесь рождались идеи и писались песни. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая, оставляет земле лишь тень. День начинается с того, что мы все завтракаем у меня на каретном, жарим яичницу, слушаем музыку, все сидим в трусах, потом едем на Николину гору, пьем пиво, идем на пляж. На пляже нужно очень сильно прикалываться, играть с собаками, пугать девушек и детей. Делаем здесь всей компанией шашлык. Курехин рубит дрова вот здесь как раз. В июне 83-го Цою пришла повестка из военкомата. Осенью его забирали в армию. Однако служить Виктор, мягко говоря, не рвался. Надо было срочно что-то придумать. Цой освободился через психушку. А значит, как и все сумасшедшие, человек, который косит от армии, как будто он крейзи, и является немного крейзи. По предположению Цоя, его должны были продержать в знаменитой питерской больнице на Пряжке пару недель. Все было продумано. Виктор перерезал себе вены, приехала скорая, и его увезли. Но там Цой задержался на целых 1.5 месяца. Жизнь в психушке не обошлась для Цоя без последствий. Его перекормили транквилизаторами, перекололи. Он был неадекватен. Но своего все же добился. Вышел из психушки с законным волчьим билетом. Когда Марьяна пришла в военкомат, чтобы узнать о судьбе возлюбленного, ей сказали: «Нам психи не нужны, и вам, девушка, советуем с ним завязывать». Но Марьяна спустя 1.5 года все-таки вышла за Цоя замуж. Летом 85-го года у них родился сын. Отца Александр практически не помнит. Ему было 5 лет, когда его не стало. Первый успех пришел к кино в начале 1984 года, когда группа выступила на 2-м Ленинградском рок-фестивале и была названа его главным открытием. В то время я находился, между прочим, в местах не столь отдаленных. И именно там я впервые услышал песни группы «Кино». И был бы с большим впечатлением. И как большой почитатель рока, я мечтал воочии и услышать и увидеть Виктора Цоя. Тогда в стране было не самое лучшее время для рок-н-ролла, поэтому массовую популярность группа тогда еще не приобрела. Цой и его образ, они находятся, в общем-то, вне времени. Начало его карьеры пришлось на годы позднего застоя и репрессии. Рассвет его карьеры пришелся на годы гласности и перестройки. И в каком-то смысле он олицетворял и то, и другое. Конец 80-х годов стал для группы «Кино» триумфальным. Победа следовала одна за другой. Сначала вышел альбом «Группа крови», а затем фильм «Асса», где «Кино» исполнило песню «Мы ждем перемен», мгновенно ставшую молодежным гимном перестройки. В Америке вышла группа «Крови» и собрала там очень хорошую прессу. То есть, в отличие от практически всех остальных русских рок-альбомов, Роберт Крисгау, такой главный американский рок-критик, в «Village Voice» оценил ее на А-. А – это высшая оценка. Ну, минус какой-то, маленький минус, да? То есть ни одна русская рок-пластинка, я уверен, не получала такой высокой оценки. Именно тогда, в 88-м году, бас-гитарист «Звук ему» Александр Лепницкий познакомил Цоя с продюсером Айзеншписом.
Некоторые фанаты злились, считая, что он загубил группу и сделал из андеграундного кино попсовиков. Но оказалось, Цой и Айзеншпис стали друг другу необходимы. Виктор получил профессионального продюсера и известность по всей стране. А Айзеншпис – хорошего музыканта и друга. Цой сам себя сделал. Я ему просто помог в одно время, когда были какие-то проблемы, или, может быть, ему не хватало тех связей, которые были у меня, появиться на экране телевизора. Я его первый привел на телевидение. В какой-то момент Цой почувствовал себя звездой. Ездил только на машине с затемненными стеклами, а на гастролях в одном городе он даже заявил: «Я на сцену не выйду, зал не полный». Был период, когда его заносило. Цой почувствовал вкус к деньгам и с гордостью как-то сказал Кинчеву, что у него 87 концертов. «Ты что, все деньги хочешь заработать?» – спросил Кинчев. «А что? Пока можно зарабатывать, надо зарабатывать», – ответил Цой. Последнее приобретение Виктора был тот самый злополучный «Москвич», в котором августовским утром он разбился. От Марианы Виктор узнал, что родился в год тигра. Многие люди этого знака не доживают до зрелых лет. После этого он на время стал осторожен, не лез на рожон, следил за своим поведением. Однако от судьбы так и не ушел. Помнишь, он был человеком достаточно как раз пассивным. Обычно героические люди, они же невероятно энергичны. Но про Цоя этого нельзя сказать. Он очень экономил энергию. Он никогда не любил там бегать в магазин там за портвейном всей компании. По мнению друзей, Виктор не был ни пророком, ни учителем. Но отказать ему в интуиции нельзя. Во многих своих песнях он чувствовал грядущие перемены. Например, на рубеже 90-х, когда в стране по-прежнему витали иллюзии по поводу светлого будущего, он написал песню «Печаль». Всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим, и кому умирать молодым. Эти строки он написал за год до трагедии. В том же 89-м Цой имел смелость дразнить смерть на экране. В фильме Рашида Нугманова «Игла» его героя ударили ножом, и он уходил в туманную даль, зажимая рукой смертельную рану. Было неясно, погиб он или выжил, но знак для Цоя все равно был плохой. Он любил кино, вот особенно азиатское кино. Вот, говорили с ним о восточной философии, потому что он этим увлекался, причем чем дальше, тем больше. Говорили о буддизме, о даосизме, о тибетских монастырях, там, подобных вещах. У Виктора было еще одно хобби – восточное единоборство. Он часами мог смотреть фильмы с участием Брюса Ли. Знаменитый боевик «Войти в дракона» он пересматривал десятки раз, а заодно всерьез тренировался. Он искренне восхищался актером, который по странному стечению обстоятельств умер молодым в 32 года. Так же, как позднее Виктор. 24 июня 1990 года Цой дал свой последний в жизни концерт. Вместе с группой «Кино» он выступил на большой арене Лужников. Юрий Айзеншпис вспоминает: «И Цой, и я очень переживали. В это время шли дожди, и билеты плохо продавались. Но наступило воскресенье, и из-за туч вышло яркое ослепительное солнце. И тогда мы поняли, все будет хорошо». Никто из присутствующих не догадывался, что видит певца в последний раз. Все музыканты собирались идти в отпуск. И поэтому они вот именно в этот промежуток времени, летом, прощались друг с другом. И должны были встретиться осенью. Но получилось так, что они больше никогда не встретились. Отпуск Наташи и Виктора в Прибалтике был в самом разгаре, когда роковым утром 15 августа Виктор собрался съездить на рыбалку. Цой пробыл на речке около 5 часов и потом собрался домой. Он гнал свой «Москвич» на скорости 130 км в час. В то утро трасса была свободной.
За рулем Виктор клевал носом и однажды съехал с асфальта на обочину. Ему бы остановиться и поспать. Но нет, на той же предельной скорости через 21 метр после съезда на обочину выскочил из-за поворота на открытую трассу и буквально впечатался в рейсовый карус. Удар был настолько сильным, что двигатель москвича раскрошился на мелкие куски. Мне показали эту машину несчастную, в которой ее уже привезли в Питер. И вот я посмотрел, такое какое-то страшное впечатление. Тело я его не видел, потому что он был очень изувечен. Благодаря усилиям Юрия Азеншписа, продюсера кино, было получено разрешение на захоронение на одном из лучших кладбищ Ленинграда – Богословском. Близкие и друзья всерьез опасались эксцессов во время похорон. Слишком много фанатов сотворило из Цоя кумира. Поэтому участники группы кино собрались вечером в студии Лен-ТВ и в прямом эфире обратились к своим поклонникам с просьбой вести себя как можно спокойнее. Нам удалось организовать похороны, не без помощи, конечно, питерской мэрии, но это было очень торжественное, такая процессия похоронная была. Присутствовало очень много народа, я даже не ожидал, что это вызовет вот такой большой громадный интерес. Цой жив, Цой будет жить. Подобными надписями уже 15 лет пестрит стена одного из домов на Старом Арбате. Больше в память о Цое, кроме песен, не осталось ничего. Многие поклонники переживали, надо бы Виктору поставить памятник. И в 2004 году Российский союз молодежи стал заниматься этим вопросом. Но когда памятник был создан и его установили на Арбате, местные жители возмутились. «Уберите это безобразие!» – кричали они. Бабушки и тетушки жаловались на то, что здесь станут собираться алкоголики, наркоманы и лодыри. Приходили вот эти вот ребята, якобы фанаты, которые там подвыпившие. Ну, естественно, там есть люди, которые охраняют стену. Но к ним примыкают еще какие-то люди, которым делают нечего. Вот они немножко подвыпивши подходят, смотрят на памятник. Смотрят ему туда. Тихо, спокойно уходят. Но никакие доводы не действовали. Скульптуру с Арбата пришлось убрать. Но, кажется, бюрократические препирательства скоро должны закончиться. Наконец-то утвердили место – перекресток Университетского проспекта и проспекта Вернадского. Но пока окончательного решения Мосгордума не вынесла. Смерть ждет человека на каждом углу. Я считаю, что это был несчастный случай, что сам он был полон сил, энергии и не собирался уходить. Хотя песни иногда имели такое содержание. Когда песня Виктора «Мы ждем перемен» стала гимном перестройки, мало кто задумывался о том, к чему приведут эти перемены. Теперь мы это знаем. И уже в наши дни смысл этой песни сразу стал иным. Из гимна надежд он превратился в гимн обманутого поколения. Разве о таких переменах мечтали автор песни и все, кто в едином порыве пел ее вместе с ним? Разве хотели они торжества попсы с фанерными концертами? Разве предполагали они, что большинство рок-н-ролльщиков предпочтут стать самодовольными буржуа, поменяв свои косухи на костюмы от Versace? И разве можно себе представить угрюмого молчуна Цоя в сонмище этих довольных жизнью конформистов, попивающего дорогущий коньяк на лужайке своего загородного особняка? Представить можно, но вот поверить... Так что же такое ранняя смерть? Трагедия или возможность уйти из жизни незапятнанным? В ореоле борца и лидера целого поколения. Война без особых причин. Война дала молодых лекарства против морщин. Красная, красная кровь. Через час уже просто земля.